Это я в Обскове, вместо того, чтобы отдыхать с папой-мамой. Уехала за 80. Речка моя себе хочу, лисичка моя, солнышко. Сегодня ноги. Да, сегодня ноги. Дарью репост. А кого? Потому что сегодня дарью вместо того, чтобы с мамусечкой, папусечкой отдыхать. Бомбить ноги. Я реально прибавила вес. Есть, животика нет. И прям очень слишком сочно, мне кажется. Чересчур. Супер, да ну не супер. Слушайте, офигенный зал, если честно. Находится на... Это город Псков. Находится Иркутский дом. Иркутский переулок, дом 5. Реально, здесь все есть. Все, что нужно, и даже больше, чем нужно. Сегодня делаю ножки. Бомблю. На самом деле, сейчас все окунулись в Новый год. Ой. Это подопечная. Сегодня отдыхает. Но они уже узнали, что я приехала. И тоже хотел встретиться, просто поболтать в кальянной. Мне не до этого. Придется как-то отмазываться, не знаю как, если честно. У меня дома мама ждет. Мама меня ждет, она бухает. Что бухает? Кто бухает? Подопечная. Мама с папой готовят мне баньку. Все, больно. Смотри, лезь. Смотри, какая Дарья Юрьевна жирная. Какие ноги, а? Хорошие ноги. Далее есть. Чего не уехала еще в Москву? Ну что, ребятки, короче, я тебе бы крестик дала сейчас. А я тебе бы сейчас дала бы ноги, руки, ягодицы, спину и вообще полностью прокачала бы тебя. Ладно, ребятки, вот такой вот клубец, еще раз повторяю адрес, Иркутский дом, Иркутский переулок, дом 2, что, где мой телефон? Кстати, человек, который проводит давно этот клубок, теперь уже 4-й год подряд, спасибо, Ростислав, вот он стоит, Ростислав! Передавай привет Перископу. Привет. Вот этот человек. Это просто спортсменчики всякие. Что тут серьезно? Короче, вообще очень хороший зал. Всем советую. Все, всем бай. С наступающим. Эти пальцы.